Торгова марка «Хортиця». «Хортиця» – абсолютна якість. Привет! Как всегда, пролетела неделя, и у нас готов новый коктейль. Ночная жизнь, конкурсы барменов и праздники. Тщательно перемешайте и пейте с удовольствием. Ночь. Оранжерея, мода-бар и декаданс. Встреча барменов на 5-м чемпионате. И 4 друга – немца. Коктейль получился в классическом стиле. Мода-бар тоже делает ставку на повелителей танцпола. И судя по количеству людей, выбранная стратегия абсолютно верна. Обещанная презентация не состоялась. Тем не менее, радует более заполненный танцпол и улыбающийся Фабрис. Такие люди умеют создавать вокруг себя движение и позитивную атмосферу. Ведь главные не стены, а люди. Этот бар очень изменился. Он мне стал сейчас больше нравиться, чем тогда. Ну, очень хорошо, дизайн очень хороший. Но я думаю, если бы не было здесь Фабриса, он был бы не так интересен, как сейчас арена. А что ты пьешь? Я пью виски с колой. Это твой любимый коктейль? Я вообще люблю крепкие напитки, я пью только виски. И хотя мода-бар – это уже не мека барменского движения, ребята за стойкой порадовали несложным флайрингом, артистизмом и фирменным коктейлем. Фабрис, как ответственный директор, полон идей и проектов. В скором будущем обещают Жанну Агузарову и массу всего авангардного и эксклюзивного. Но акцент, конечно же, делают на известных диджеев. Порой они сводят людей с ума, но их ждут, от них заводятся. Их возводят в ранг звезд и на них идут. В прошлом мода-баре я не играл, потому что оно концептуально не подходило с моими взглядами вообще и с моей музыкой. А сейчас мне все нравится, то есть я играю здесь. Новая концепция, новое видение вообще клубное. Вот, это не больше как бар, а это как ночной клуб. Вот, играть можно музыку, которую я покупаю, делаю. Ну, то есть мне очень нравится. Мода-бар эксклюзив называется теперь. В чем здесь эксклюзив? Ну, то, что я здесь появляюсь, наверное, тоже есть эксклюзив, потому что ну, не в каждом месте я могу отыграть. Вот, потому что есть клубы, в которых я играю с удовольствием, в которых я вообще не играю, есть даже такие. Вот. Но мода-бар относится к тем, к которым я с удовольствием приезжаю. Почему? Почему? Что здесь такое? Но... А по каким критериям ты отбираешь клубы, в которых ты играешь и не играешь? Но большинство также зависит от харизмы руководителей. Поскольку здесь работают мои хорошие знакомые, вот, и я верю в то, что... То, что они видят и то, что они хотят делать, это будет иметь логическое правильное завершение. Ты себя считаешь авангардным диджеем? Yeah! Диджей Лайт, можно сказать, ветеран украинского диджейства. Прошел огонь, воду и медные трубы и по-прежнему интересен. Главное не останавливаться, меняться, развиваться и удивлять, а иногда сводить людей с ума. Потому что они этого ждут, об этом мечтают, как это ни странно. Лишиться рассудка хотя бы на одну ночь – это своеобразная панацея от порой такого серого и сложного мира. И чем лучше музыка, атмосфера, люди вокруг и место, тем качественнее и эффективнее лекарства. Принимайте каждые выходные. Главное – доктора, который смешивает музыку, выбирайте по душе, а не по шумихе вокруг. И тогда лечение будет эксклюзивным. Представляє торгова марка «Хортиця». «Хортиця» – абсолютна якість. Один иностранец сегодня вечером у меня спросил: «Слушай, а Декаданс – это самое гламурное место в Киеве?»
Подумав, я ответила, наверное, да. И с сегодняшнего дня одно из самых коктейльных мест. Гламур – слово, на котором помешался Бомонт. Выражает весь блеск и красоту мира, взятый в масштабе женщины. В широком смысле – синоним красивой жизни. Гламур не бывает естественным. Он требует постоянной работы над собой. Вечеринки, наряды, правильные места. И не терпит поверхностного отношения. Нет желания наряжаться, не надо и в свет выходить. Существует в этом роскошном мире не более пары тысяч человек на весь город. Считается, что не имея крупных доходов, в него попасть невозможно. Но известная российская светская львица Ксения Собчак утверждает, что это не главное. Если человек интересен как личность, то Бомонт примет его с распростертыми объятиями. В чем-то она права, но интересно, как она может судить, если вряд ли когда-нибудь, хоть на пару минут, ее счета в банке исчезнут. Есть еще один вид тусовщиц, так называемые современные золушки. Пробравшись в гламурное место, они томно ждут своего принца. Что ж, иногда дожидаются, но жизнь все же не сказка. Итак, вечеринка в Декадансе посвящена открытию Ди-бара. Новое коктейльное меню. До 9 часов вечера все коктейли в любом количестве бесплатно. Что еще нужно для успешной вечеринки? Ах да, известный диджей. Играет звезда из Майами, диджей Пьер Зон-Зон. Старший бармен по прозвищу Немец приготовил для меня коктейль «Хамелеон» – джин, пизан-амбон, белый ром, ананасовый апельсиновый сок, лайм-джуз. Правду говорят, что один и тот же коктейль у разных барменов по вкусу получается тоже разным. «Хамелеон» мне понравился, и я решила пройтись по меню. Коктейли разделены по страничкам – с водкой, с коньяком, с ромом, с энергетиком. Попробовав коктейли R&B, стало ясно, что срочно нужно узнавать, кому принадлежит идея создать в Декадансе Ди-бар. Зачем Ди-бар? Что является его основой Ди-бара? Вы знаете, наверное, именно красота Декаданса как бы вдохновила меня на Ди-бар. Ди-бар, потому что такой бар, он приходишь иногда, люди сидят за столами, кушают, вилки, ножи, бокалы, а бар пустой в будние дни. Именно эта красота натолкнула меня, что здесь должны быть люди, здесь должны быть красивые коктейли, которые известны во всем мире. А у нас их нет. У нас один из самых неординарных баров. То есть мы ввели совершенно новое интересное меню. То есть коктейли мартини. Более 60 видов. В этом году это будет хит сезона. А какой коктейль тебе больше всего нравится, твой любимый из этого меню? R&B. Остается только похвалить. А что скажет президент Ассоциации Сомелье Украины, замеченный на данном мероприятии? Вы что-нибудь попробовали? Да, я попробовал, но очень-очень слабоалкогольное. Я не помню, «Красная планета», по-моему, назывался коктейль. Вот, я попросил, чтобы мне сделали поменьше водки. Очень понравилось, очень хорошо. Вот. И вы знаете, что я хочу сказать? В нашем бизнесе важно не то, что ты знаешь бармена, главное, чтобы тебя бармен знал. Это очень важно. Того и гляди, в Киеве появятся коктейль-бары. А пока внутри Декаданса появился Ди-бар, куда каждый уважающий себя тусовщик просто обязан зайти. Еще одно обновленное место, еще одна тема для обсуждения. И незаметно наступает утро. Бомонт разъезжается по домам, а кто-то идет на работу или пьет утренний кофе. Суббота, ночь, хочется чего-то незабываемого. Куда же пойти? Туда, где всегда что-то происходит. Центр Киеве – это оранжерея. Когда вышел фильм «Приключения электроника», это было невероятной фантастикой. Мальчик-робот с нечеловеческими способностями и талантами и собака-робот, его друг и помощник. Вместе с собакой сегодня у нас заявлены «Флэш-браты». Эта фантазия, вымышленная история, собирала у экранов тысячи, миллионы советских ребят. Тогда только появлялись компьютеры огромных размеров, и о плоском экране можно было только мечтать. Кто бы мог подумать, что спустя каких-то 25 лет прогресс действительно дойдет до того, что будут вкалывать роботы, а не человек.
Мечта сыроежкина сбылась. Правда, заказать по интернету двойника, который бы вместо нас ходил в школу или на работу, пока, к сожалению, нельзя. Но ученые умы над этим работают. Зато заказать друга-робота вполне возможно. Электронные собачки демонстрировали свои умения на самом горячем танцполе Киева. Прогрессивная молодежь старалась запечатлеть новшество. Из карманов один за другим стали появляться новейшие модели мобильных телефонов со встроенными камерами. Что ж, позабудьте хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек, и развлекают. Правда, никакими роботами не заменить красоту человека в танце. И никакими технологиями невозможно встроить в друга робота душу. Хотя, если это возможно в кино, то почему бы и нет? Времени у всех в обрез. Даже коктейль выпить возле бара еще успеть нужно. В оранжерее придумали очень хороший способ вливания коктейлей в танцующих ночных роботов. Девушка в почти медицинских колбах разносит виски Балантайс, Б-52 и другие коктейли по клубам, чтобы можно было быстро выпить на ходу. Может, человечество в будущем придумает электронные чипы с едой и напитками, но мы, скорее всего, этого не увидим. Бармены – народ настолько неутомимый, что для них устраивая конкурсы хоть каждый день, будут участвовать. Поэтому лучшие бармены Украины не пропустили 5-й чемпионат барменского искусства в рамках выставки «Продэкспо». Сколько уже рассказано и показано нами украинских барменов, коктейлей и конкурсов. Самых умелых и знаменитых мастеров телезрители уже узнают. Они постоянно находятся в творческом поиске, экспериментируют, создают. Проходит время, и они же уже судят, оценивают, обучают молодых. С каждым чемпионатом на планете барменов открывают что-то новое в этой профессии. Кого-то награждают дипломом и медалью, а кто-то выигрывает крупную денежную сумму. Но самое главное, что это не просто чемпионат, это праздник, который всегда проходит весело и как будто в семейном кругу. Вокруг знакомые лица, устоявшийся состав жюри, а на сцене заводит болельщиков и подбадривает конкурсантов неизменный ведущий всех барменских мероприятий Артур. Это повод встретиться в кругу людей, которые точно знают, что бармен – это творческая и сложная профессия, требующая обучения и многочасовых тренировок. Но зато каков результат на радость людям? Этот конкурс создан профессионалами планеты Z для работающих барменов, мастеров и молодых барменов. Мы попали на самую интересную часть. Профи соревнуются во флайринге. Это зрелище завораживает. Использование брендов-партнеров чемпионата барменов в качестве обязательных составляющих коктейлей позволяет конкурсантам убедиться в том, что выбор организаторов сделан правильно. Крепкий напиток должен быть только абсолютного качества. Кстати, болеющим коллегам в зале тоже кое-что досталось. Главное – поймать. Итак, первое место на 5-м чемпионате барменов занял, конечно же, Владимир Бурьянов. Поздравляем! А конечно же, потому что он призер мирового конкурса Бакарди Мартини 2005. Так что пока он непобедим. Программу представляет торгова марка «Хортиця». «Хортиця» – абсолютно якість. Сайгон, арена, оранжерея и, наконец, Декаданс Хаус. Места, где останавливался и наводил порядки за барной стойкой Руслан, более известный как немец. Старший бармен, тем более такого гламурного места, как Декаданс, работа ответственная и непростая. Тем не менее, немец нашел время и придумал коктейль с Хортицей «Четыре друга». Этот коктейль был придуман четырьмя друзьями. Водки, джина, двух ликеров, персик и клюква, квадро амигос. Эй, амиго, ты совсем забыл, он же делает свой шейкер. Квадро амигос. Yeah,
очень вкусненько. Объясни, пожалуйста, почему тебя все называют немцем? Ну, по отцу я немец, по матери поляк. Но кроме этого, для врагов очень суров, для друзей очень добрый. Спасибо. Уважаемые бармены, дерзайте, придумывайте новые коктейли с хортицей и побеждайте. Мы всегда ждем вас в кулинарной студии «Калейдоскоп». А через неделю, как всегда, новый телевизионный коктейль. Пока!